Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас такая вот новость. Black Wave предлагает смартфон с ультратонкими рамками всего лишь за 4000 рублей. Компания Black Wave представила новый бюджетный смартфон E7, который стал первым аппаратом производителя с тонкими рамками по бокам дисплея. 74% передней стороны занимает 5,5-дюймовый HD-дисплей с контрастностью 10 тысяч к 1 и высокой яркостью. Прикрыт экран 2,5D стеклом с закругленными краями, что зрительно уменьшает размер рамок. Задняя крышка покрыта прорезиненной краской, благодаря чему смартфон надежно лежит в руке и не собирает царапины. И там же расположился 360-градусный сканер отпечатка пальцев, который срабатывает всего за 0,1 секунды. Black Wave E7 уже доступен для предзаказа и предлагается со скидкой около 500 рублей. В Black Wave E7 установлены 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, постоянная память объемом 16 ГБ. Есть поддержка microSD до 64 ГБ, 8-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная фронтальная камера, 2 слота для SIM-карт с поддержкой 4G LTE, аккумулятор емкостью 2700 мАч и Android 6 маршмеллоу. Доступный смартфон будет в белом, сером и синем цветах.